Всем привет, с вами Шумагэм, на канале Шумаги. Сегодня поиграем в игру под названием The Occupation. Occupation. Это новая игра, и субтитры, яркость. Да, погнали. Ну, эта игра недавно вышла в Стиме, а именно какого-то апреля, или не какого-то апреля, не знаю, ладно. Скарлетт Карсон и Чарльз Боуман. 18:33. 40. Да, эта игруха вышла в Стиме недавно. Мне она показалась. Скарлетт, пожалуйста, сядь, пожалуйста. Сядь. Думаешь, если забрать моих детей, я перестану? Stop you from doing what exactly? Перестанешь что, Скарлетт? This is far more important right now. More important. We need stability. The country needs stability, and this act provides that. Это акт и даст чё? This country needs its freedom. Они очень громкие, нет? Или нормальные? He's the one that started this act, and he did it. Michael is dead. Michael мертв. Вот главное, что нужно было понять. Эта страна уже совсем не та, что три года назад, Скарлетт. Да. There's rioting in the streets, for God's sake. We need tighter security now more than ever. People on our doorstep want to hurt us. I can't allow that. That's not your decision to make. The people need to know that their government is lying to them, and you can't threaten me into silence on this. Так, а что же заставит замолчать тебя? Ну-ка. You can't see this right now, but you don't have another choice here. Выбора у тебя нет. Ну, как обычно, в принципе. Open the file. То есть какой-то... В какой-то стране что-то непонятное происходит, и, значит, наша Скарлетт, или не наша, я не знаю, за кого мы будем играть, она хочет, чтобы мы рассказали, что государство обманывает нас, но нет. Игра на Unreal Engine 9. Humble представляет. А, она куряет. Курятина, да? Ой, в смысле, ну, она курит. Разработчики White Paper Games. Зная то, что я знаю сейчас, сделал бы я все так же. Думаю, в любом случае, кто-то страдает. Но я сделал то, что тогда казалось мне правильным. А большего и требовать нельзя. Ведь так или не так? Да, покури. А, все, я могу двигаться, да? О, класс. Так, и чего? На левую кнопку курить или на правую? Оп. Слышь, не мусори, хорош. Передвижение такое очень мягенькое, да? Очень такое мягенькое. О, я умею прыгать, это хорошо. Так, ну у нас один путь. Марлон постоянно забывал закрывать окна. Интересно, осознал ли он свою роль во всем этом? А, на С приседание, хорошо, присел. Я так понял, здесь будет очень такое длинное и атмосфера. Нужна ключ-карта. А, но зачем мне ключ-карта, если тут все есть? Ключ-карта есть. А, Алекс Дубю, Боуман Билдинг. Взять предмет. А, все понял. Так, режим интерфейса. Значит, закрыть. Вот, да. Найдите картридж Crainsoft. Иди, в моем кабинете есть копия пароля от сервера Силуэта. На случай, если я его забуду. Так, подожди. Мы это взяли, я на... Почему? А зачем так делаешь? Так надо... Надо так делать? Ну ладно. Так, значит, у нас есть какой-то пароль от чего-то. И, скорее всего, будет длинное и атмосферное повествование, чтобы полностью проникнуться в игру. Потому что, как... А, это я сильно, типа, передвигался? Передвигалась? Или... Я как бы за женщину играю, но... Давайте мы все-таки я буду... Ну, говорить, что я передвигаюсь. Или лучше так не говорить. Или как лучше говорить. Не понял. Где-то есть какой-то пароль. А, у меня же есть ключ-карта. Ты что тупишь-то?
провести вниз. Keycards were beginning to restrict. Ну да ладно, ключ-карты давали каждому ограниченный доступ. Correct level of security clearance. Важно было раздобыть доступ нужного уровня, да? Я не знаю, читать или не читать, взять ручку, открыть. Так. Стив, щиток прикреплен к Чарльзу Боуэн, опять подает сигнал. Чё, опять? Фены... Не переживай, техники займутся им завтра прямо с утра. Журнал. Верхний каждые 10 минут заложенных тревог. Все, понял, есть, понял. Мне новая идея, силуэт. Если отключить щиток, охрана не получит сигнал из кабинета Чарльза Боумана. Понял? Так, это я понял. Записка. Да в смысле? А можно записку было прочитать или нет? Записка содержит прибитые и губка, яблоко, чайная чашка. Прикольно. А как записку почитать? Нет, стоп. При Union Act так... Вот, да. People were still researching Union Law. Too little, too late. Слишком мало, чтобы... А ты не все, перевод закончил? Собака. Ну, переведи. Ну, переведи, пожалуйста. Ладно, не будем, так не будем. Нет, а можешь ты взять ее с собой? Взять предмет. Возьми, пожалуйста, с собой. Сейчас он там, переводчик, откиснет, и мы с вами прочитаем, что написано в записке. А может быть, и не прочитаем. Что там было? Что? Это что? Угу. Бега тут нету. А, есть. Бег есть. Книга Гилберта Миллера. Или не Гилберта, не знаю. Паско. Лоток с жетонами. Нету жетонов у меня, походу, да? А вот в урне, может быть, и есть. Содержат предметы. Нет никаких предметов. Прикольно. А что там валяется тогда? Так. А, какая-то революция, типа, да, начинает? О, жетон. Жетон. Подожди. Сигареты. Да нет, подожди. Чпок. Что за сигареты будем брать? Meredith Slim. Ну давай их, я не знаю. Я не разбираюсь в сиках, в сишках. Подобрать. Взять предмет. Взять предмет. Опа-па. А почему? А, подожди. А вот здесь ты перевод сделаешь? Нет, не сделаешь перевод. Плохо. Ну ладно. Так а что мне эта записка? Не надо мне такая записка. Взять предмет, тогда сигарет не взять. Тогда вот так. Да, забей. То есть один предмет мы можем с собой таскать. У нас нету тут так называемого... как он называется? Угу. Понял. Уже патруль на объекте был не слишком строгим. Креймер до всего этого. Времени... Новая идея, программа Силуэт. Что за идея? Щиток в главном зале подключен к кабинету Чарльза Боумана. А, вот это вот, да? А. Ага. Так, то есть мы взяли и открыли щиточек, да? Заметка прочитать. Books belong to the library and were allowed to be checked out. Меня всегда удивляло, строгий контроль за... Ну ладно, короче, мы у нас и задача-то пробраться туда-сюда и никому не... Sounds like the bloody 60s, 70s and today. That jingle would play me for months afterwards. Так, через вентиляцию можно еще пробраться, да? Куда-то, не знаю куда. Но можно, наверное. Ай!
содержит никаких предметов. Прикольно. Записка, посмотрите записку. Уберите чертова голубей из моего офиса. Заделать всю дырку в потолке, чтобы они больше не могли ко мне залететь. Я знаю, что вам разрешили держать здесь голубей, но если так продолжится, так придется убрать отсюда совет. Попросить Стива залезть в вентиляцию и чем-нибудь заткнуть дыру. Вернуть предмет. У нас новая задача. В кладовке Марлона есть вент шахты, через который можно попасть в кабинет Чарльза Баумана. То есть, смотрите, то есть можно попасть через дверь, а можно через... через кабинет Чарльза Баумана. Либо, типа, через один вариант, либо через другой вариант. Я не знаю, пока сесть. Включаем бы. А, я же отключил все говно. Я-то защитил тот по безопасности, о котором вы меня спрашивали. И, похоже, вы кое в чем были правы. Так что не торопитесь. Хорошо, позвоните мне, давайте все обсудим. Чарльз, это Майкл. Мои ребята все взвинчены за этой историей с Алексом. Ты ведь в последний раз сказал, я не хочу виноватых искать, но... может быть, устроим завтра заседание, все обсудим? Ну или, ну... я не знаю. Просто перезвони поскорее, и все. То есть все, да? Больше ничего нету. Rewind. Так, ладно. Да все, хорош, отстань. Так, хорошо. Сканер ключ-карта. Провести. Сменить пропуск? А у меня же один пропуск, ну да. Ага. Значит, мне нужно найти ключ-карту его. Дискета, отлично. Пачку сигарет оставил. Алекс Дюбуа в бешенстве. Говорит, что он не будет работать над силуэтом, пока вы не решите проблему с его семьей. Оставлю дискету вам. Сделайте что-нибудь, Том. Так, окей. У нас есть, значит, дискета. У нас есть кассета. А, кассета мы можем. Кассета мы можем. Обычные ключи, а не цифровые, понял. Sometimes I wonder if I'm just telling myself that, but he would have understood. А типа это не отсюда звучит? А, не отсюда. Опять какого-то Миллера, видимо, этот чувак, который здесь был. Давай, садись. То есть я ничего тут изучить не могу, в принципе, да? Так, у нас есть... А я могу выходить? А, надо встать, да. Смотрите, у нас с вами, значит, и... Так, а давай-ка еще пролезем через это. А, у нас же кассета еще есть. Стоп, давай-ка сядем. И прослушаем кассету. Или нельзя на автоответчике. Нельзя на автоответчике ничего прослушать. Так, а нам нужен, значит, этот. Подожди. А вот здесь. Изучить радио. Угу, это радио, понял. Так, радио меня не интересует. Открывамбо, открывамбо и уходямбо. Пойдем через дырку пролезем, посмотрим, что в дырке. А, смотри, как получается. Мы можем вот так сделать, да? Схватить и открывамбо. О как. Опа, вот и сейф. Слушай, а знаешь, что у меня есть за предложение? Давай-ка мы включим свет в кабинете, да, и попробуем
А, может быть, со светом чего-нибудь там про ну, типа, нормально все будет. Да? Как ты думаешь? Закрывамбо? Слава богу. Так, приседамбо. Голуби здорово. Так, и мы можем открыть дверь. Или не можем, подожди. А, все? А, и все, и мы посмотрели, мы пролезли. Хорошо. Так, у нас тут сейф. Изучить сейф. Ввести код. Угу. У нас же с тобой ничего нету, да, по запискам, да, или есть? Есть копия пароля от сервера силуэта на случай, если я его забуду. А если открыть... что такое? Так, нам нужно следующее задание, чтобы, да? Ну, ты понял. Короче, нам нужно следующее задание, чтобы у нас появилось. Смотри, мы включили свет, может быть... изучить консоль. Дверь закрыта, проведите карты. Сканер, ключ карт, провести ключ вниз. Нельзя, да? Так, значит, нам нужно Чарльза Баумана найти. Значит, надо найти Чарльза Баумана это. Так, ну нам нужно прослушать записку еще. Дискетку, в смысле, да? Так, и Сиги тут еще у нас. И тут у нас еще ключ где-то должен найти. Больше тут ничего нет. Надо как бы осмотреться так по-хорошенскому. Может, он где-то тут заныкал свой ключ. Закрыть. Да, чтобы меня никто не видел. Жалюзи закрыть. Закрываем. Да, ну, на всякий случай, чтобы потом сюда прийти уже и... А это здесь закрыто. Так, здесь больше ничего нету, да, в принципе, пушка. Ее можно как-то крутить. Оп, а, нет. А, вот так. Жалко. Я думал, на кружке снизу будет что-нибудь. Так, а может быть... Может быть... Нет, на книжке тоже нет пароля. Да, хорошо. На глобусе, может быть... Ой, что я делаю? Нет. Ой, извиняюсь. Подожди, что, привязать предмет? Зачем? Почему я не... Так. Может быть, на глобусе есть какой-нибудь? Нету, да, ничего. Так, ладно, хорошо, тогда уходим. Я могу открыть? А, не могу открыть, я только через ту дырку могу. Все, понял. Уходим, давайте тогда там вниз есть дорога вниз. А что за кружка была с кофе, подожди. Я могу ее как-то взять или нет? Голубушка. Просто, может быть, на этой чашке кофе что-нибудь написано. Нету ничего, да? Ах, жалко. Ладно, тогда уходим отсюда. Жалко, фонарика нету, может быть, или не жалко. Ну ладно, забей. Так, значит, мы уходим отсюда, да? И... мы еще в библиотеке, кстати, еще не очень хорошо просмотрели. Ну это ладно, камера будет меня чпокать или нет? Или она выключит? No. Рамка уничтожения данных, дискет не обнаружена. No. Ага, вот он. Так. Мастерская... Смятая записка. Расправлямба. Читаемся. Спасибо за алгоритм, Алекс. Проверю его на серверах вечером. Ченс. Записка вторая. Привет, Марлон. Прости, мне пришлось сегодня быстро убежать. Зря я это делал. Но код от двери к Чарльзу Боумну 5959. Если оставишь заполненную форму у меня на столе, завтра утром она будет подписана. То есть нам как бы обязательно нужно попасть было в кабинет Чарльза Боумана зачем-то. Но это, в принципе, не важно. Это, в принципе, сейчас не важно. Меня это не интересует. Так,
The silhouette server housed hundreds of files сотни on the файлов Union по Act. Союзному акту. Immigrant families, voting preferences, you name. Семи героев о том, за кого люди голосуют. Новая идея. Программа. Тихо. Подождите. Код от кабинета. Так, сервер находится в мастерской Алекса Дюба на первом этаже здания Боуман. Сервер. Открываембо. Нет программ для загрузки. Вставьте загрузочный диск. Вставляем. Дисковод закрытым. Загрузить. Идет загрузочка. Что тут у нас в дискетке? Введите резервный код. Фак. Ну не могу. У меня нет резервного кода, к сожалению. Урны нету ничего. Так, ну я понял, что здесь, да, загадки, загадки, загадочки. Так. Тут что у нас написано? Тут ничего нету такого, да? Тут что-нибудь... Сзади тоже ничего нету, так, да? А, урна еще одна, не содержит. Ни черта не содержит. Бахман was getting paranoid about security leaks. He asked the R&D department to build security AI to roam the buildings. 1984 realized. They look scary, but they're not. Some people left post-it notes on them with smiley faces for extra personality. Так, открываем, короче, и уходим, да? Значит, нам нужен пароль, нам нужны всякие... Что? Здесь на кушетку кофе немножко попить можно. Так, там закрываем, да? Так, понял. Ну, тусуем тогда еще... Что за звонит телефон? Где? Тут еще просим звонок от Майкла. Привет, дорогая, мы, похоже, не стали друг другу звонками. О, мой кабинет. Я сейчас пойду в дата-центр. Похоже, один из серверов барахлит, уверен, ничего серьезного. Постараюсь поскорее перезвонить. Мне надо было, я бы... Люблю тебя, пока. Что происходит? Мне надо было, я бы... Я не знаю, что это такое. Смятая записка, которая ни о чем мне не говорит. Я взял ее. Вот от комнаты Чарльза Боунумана не надо. Урна содержит. Так, а это... Нет, давай смятую записку. Да ёп, паракарась, уйди. Зайди, уйди, все, не хочу. Так, ящик открываембо. Ничего нету. Записка АМА. Записка. Система только сообщила мне, что ты изменил пароль от сервера Силот в здании Боумана на спуф 7. Я должен попросить тебя его сменить. Его легко сможет угадать кто угодно из тех, кто знает о твоей семье. Уничтожить этот документ, когда сменишь. С уважением. Понял. Значит, мы сейчас пойдем. Да, мат твою за ногу. А, подожди, а мы можем взять этот предмет? Берем, смятая. Ну да. Так. Так, урна. Крышка, фляг, компас, паспорт, чайный. Паспорт? Да, в паспорте были какие-то... На паспорте были какие-то эти, кстати, да? Там закрываембо. Так, но мы же с вами вроде... узнали от сервера, да? Пароль или нет? Или это может быть не от него? Ну, пойдем попробуем, если что. В принципе, ну, кто нас составляет? Ну, в смысле, не... Так... А, подожди. Ой. Ну, подожди, а я же не помню. Да в смысле? Стой. Не, а где мой этот? Нет, подожди. Не то. А где пароль-то? Как он там звучит-то? Итак, ребята, игра вылетела, и, собственно говоря, вот тут есть такой небольшой спуф 7, да, нужно вести спуф 7. Давай ее возьмем. Дискету... Или мы запомним спуф 7. Спуф
Зумяев 7, да? Игра вылетела, и у игры нету почему-то не сейва, да? То есть, ну, как бы такое себе. Такое себе. Но это уже не важно, на самом деле, потому что не важно. Потому что уже все, да? Давайте мы загрузим первую дискету, которую нашли у... Не помню где. Где-то мы ее нашли. И посмотрим, что здесь нужно сделать. С... Ай-яй-яй. Идет резервное копирование. Зацепка завершена. Программа Силуэт. О! Обзор зацепочки, то есть можно будет сейчас посмотреть. Да, но видите, то есть, да, то есть этот... Резерв... Опа-на! И в этот момент жизни всех... Жизни всех нас изменило навсегда. А что произошло? Покиньте здание. Подожди, а у меня же еще одна дискета. Напряженная музыка, значит, рядом персонаж. Оп. Надо покинуть эту фигню, да? А как? Блин, я так много еще здесь не разгадал. Слушай, подожди, мне это не нравится. Я здесь еще много где не был. Найдите картридж Crane Soft. Так, подожди, зря я, значит, короче, загрузил эту именно дискету, да? Надо было, может быть, другую, но, видишь, я еще раз говорю, нету сейвов, поэтому тяжело. Играет звук... Играет звук, персонаж покинул область. Открыть вентиляцию. Это куда мы вообще проникаем с тобой? О. Персонаж рядом, да? Значит, он сейчас где-то здесь. А, это я вышел из этого, да? Понял. А можно я пройду туда? А, можно, да. Я же могу вот так сделать. Подожди. Ты как? А, вот так. Ага. А тебе все расскажи, кто дурью мается. Немножко кривовато, конечно, управленничка. Some of the lifts were temperamental. You'll have to learn your way around when you're there. Attention, floppy disk corrupted. Не хочет он сюда меня пропускать, да? Так. А подожди, а как мне аж дискетку? Ну ладно, дискетку, значит, на другом компе можно будет прочитать. Это мы оттуда пришли, это нас не интересует пока что, да? И, значит, нам нужно что? Этот упырь, ты ушел оттуда или нет? Рядом персонаж. I didn't want security to see me up there. They were already on edge from the server blowing. А, чтобы прятаться, можно залезть под стол. А! Я просто думал, не заметил, а он такой глазастый, оказывается. Да, тебе показалось, братан. А в моем кабинете меня вроде ничего не интересует, да, больше? И если вы тут выходите, нет, меня тут нет. Я там. Закрыто. Блин, плохо. Очень плохо. Так. I made my way downstairs.
Она рассказывает историю, которая как бы была уже, да? Мужской толкан. Ну да, зачем мне это? Зачем это делать? Открывамбо. Так, ладно, давай посмотрим, что здесь находится тогда у нас, да? Звоночек. Надо было почувствовать, ладно, увидев, что она нет на месте. Вилка, диски. Что за дискета? Блин, а как мне вот... Не очень понимаю. Майкл Стафф. Давай Майкл Стафф возьмем. Ну давайте запомним, что здесь есть дискетка. Еще одна дискетка. Для чего, пока непонятно, но тут вообще много чего непонятно. Что здесь вообще происходит в игре. Поэтому... Так, ну у нас... А у нас два пути. Туда или вот туда. А, так я отсюда пришел. Нет, у нас один путь тогда, там под... А, еще вот здесь есть путь, это выход. Fire exit was the only route out. Быть может, только через пожарный выход, но мне не нужно... Я шла на свет зеленую табличку. Green glow was my only focus now. Угу, ну я тебя понял. То есть сюда никуда нельзя выйти. Так, а на лифте можно было уехать или нет? Или все-таки мне нужно выходить из этого здания? Не понимаю пока, ребят. Пока, ребят, не понимаю, поэтому... Вы уж извините меня, пожалуйста. Оп. Да, иди ты на. Все, ладно, я ушел, короче. Да опять мимо этого охранника, еще не факт, что... как бы, ну, есть задание выйти из здания. Все, я пошел отсюда из здания на зеленый свет. И да, и я красавчик. Хотя я могу вызвать лифт, нет? А, я могу вот так сделать. Я не могу туда пролезть никак, что ли? Или что? Подожди. А почему не могу? Взять предмет. Кнопку не нажимается. Туда я не могу ни прыгнуть, ни присесть. То есть сюда пролезть никак не могу, да? Понял, ну ладно, так. Тогда открываю. Да, вышло, пути назад уже не было. То, что случилось потом, я изменить уже не могла. В смысле, а до этого ты могла что-то изменить? О-ла-ла. Oh, Mrs. Carson, it's you. I didn't expect you to still be here. I'm gonna have to report you in the system. I'm sure you understand. Understand. Shouldn't you be leaving, Mrs. Carson? Mrs. Carson. Не, я не очень понял, что вообще произошло, но ладно. Может быть, дискетки реально не, но нельзя было ту желтую дискетку. А что на ней было написано? Слушай, ну мы там не открыли ни сейф, ничего. То есть вернуться обратно уже никак не получится. Это очень плохо. Я недоволен этим обстоятельством. Канал Ютюринг, 8.32. Там было 6.33, 2 часа типа, да? Я потратил на то, чтобы выбраться, да? То есть тут нужно как бы, блин, видишь, ну блин, я не знал, что дискетку, если я запущу вот эту, то... The air smelt thick with something burning that night. Пахло гарью, да? Protesters were getting worse, even before what happened. As I walked further from the facility, I almost forgot how bad things were. Я не могу туда, да, пройти, хорошо. Закрыто. Ну, придется, да, туда идти, наверное. Блин, а если я на лифте бы мог, да, наверное? Ну, блин, надо было и потом по-хорошему... В смысле? Я же нажал пробел. Ну, что такое-то? Почему тебе не нравится? Что такое? Ну...
Нужно было на определенное место попасть. Да, там много каких-то секретов было. На канале всегда было так спокойно. Спокойно. Или покойно. Не знаю пока, ребят, не могу вам пока сказать. Если кто уже проходил, можете мне написать, что-нибудь посоветовать. Может быть, придется заново это выполнять. Миссию проходили, нет? На одном лодке кто-то слушал музыку. Забавно, сейчас находиться там небезопасно. Ты будешь бегать или не будешь бегать? Ты как-то странно. Ты бежишь, что не бежишь. Я бы шла домой пешком, чтобы развеяться. После рабочего дня. Но та ночь была другой. Я думала о Майкле. Что он будет ждать меня дома. Нам столько надо было обсудить. В те дни город уже бурлил из проекта Акта, и было ясно, что скоро взбунтуется вся страна. Мне казалось, что я ничего не смогу изменить. Я не знаю, здесь нужно ли здесь что-то делать. The only way to stop the act from happening was to do something more radical, something, you know. Ага, хрен. I wonder what he would have thought of me. Ага. Не получится туда, да? Так, значит, нам нужен какой-то другой путь найти, да? Ну, хорошие головоломки такие, в принципе, тут, да? Какой-то акт запускали, из-за которого, то есть, взбунтовалась вся... А у него нельзя включить спирит? Марлон занята. Дай ключи, слышь, пёс. Так, подожди, а куда же мне тогда идти? А, вот, вижу переход, да. Тупой. Тупорылый я немножко. Ну а что сделаешь? Ничего не сделаешь, так. Окей. А, в смысле, я же отсюда и пришел. Дурак, что ли? Подожди. Ни на какую лодку я не могу за... О, а что ж мне делать-то тогда, а? Че эти шмыги делать нужно, а? Подскажи. Не, ну то это какой-то бред. Если есть дорога, то зачем мне как бы туда бегать? Может быть, можно забраться на лодку на какую-нибудь? Вот здесь горит свет почему-то, да? Может быть, где-то ключ валяется в урне? А, или вот туда я могу пройти. Вот свиноты какие. Обманывают меня, короче, постоянно в этих играх. Я скачаю по нему сильнее, чем вы можете себе представить. Что же произошло? Интересно. Интересно. Мне кажется, да, мне нужно будет переиграть и в офисе. В офисе нужно будет подольше. Нужны жетоны. А у меня же были жетоны или нет? Ну ладно. Он не должен был оказаться. Я не знала. Если бы я знала, что потеряю Майкла, я... Майкл, мне так жаль. Да, я как и предполагал, повествование медленное и такое размеренное. Вот почему мы это делаем. Вот почему мы это делаем. Вот почему мы это делали. Вот почему мы это делаем.
Есть ворота, которые можем открыть или нет? The Occupation. Да, я так понял, пролог был, да, и сейчас будет уже основная игра, скорее всего, да, или нет? Или нет? Что произойдет дальше? Очень интересно. Теракт в Тьюринге, 23 погибших. Портрет убийцы, Алекс Дюбуа. На комплексе БКГ. Миграционный кризис. Союзный акт просто необходим. А, я понял. Они уби... Они, да, и... Или нет, не знаю. I've said this 100 times, I'm sure, but... So sorry for your loss. Toast to the man and the memory. I imagine you'll need to take some personal time. That's fine. Just take what you need. I'll handle everything on my end. I know you and I see differently on a few things, but this is a time for solidarity, not turmoil. Perhaps with all that's happened, we can finally work together. Deal with things head on. Nobody could have seen this coming, Scarlett. You mustn't blame yourself. На этом, пожалуй, закончим серию. 6 месяцев спустя. 20:34. На этом закончим серию первую по этой игре. Очень интересно пока, но... Да. Харви Миллер, ты вообще хоть иногда берешь трубку? Я закончил введение, кстати, про Боуман Карсон, который ты прислал. Неплохо, но мне кажется, мы можем лучше. Алекс Дюбуа говорит, что его не было на объекте в момент взрыва, который он якобы устроил. А записи звонков той ночи вроде как могут это доказать. Похоже, они у детектива Холда. В общем, завтра у тебя первая встреча. Выясни все, что сможешь. Запись звонков неплохо для начала. Но у меня такое чувство, что здесь что-то большее. Ладно, поспи хоть немного, а завтра я позвоню. Да, поэтому, ребят, на сегодня все. Спасибо за лайкосы, кто подписывался и кто оставлял комментарии. Всем счастливо, всем пока, с вами был Шмыга. Ура!